Приветствуем. Ну что ж, я надеюсь, что подготовился. По крайней мере, лимит заполнен. И попытаюсь немножко разведать с этой стороны. Потому что, когда я вот сейчас вот оборонял эти две точки, в основном нападения происходили с этой стороны. Ну и основная база с колоссом, или как он там называется, именно здесь и были найдены. Хочу посмотреть. Может, здесь есть какая-то более слабая база, которая еще вспомогательные силы выпускает, и ее разрушить. А, и да, вот эта вот воронка, это от вот таких вот падающих самолетиков. Уж не знаю, сколько их тут разбилось. Так, ну хорошо, я вот подготовил. Да, самолет с доктором нашим. Будем надеяться, если что, это поможет. Ну, в смысле, ее присутствие. И да, вот эти транспортники здесь для того, чтобы работать гаубицами. Когда подберемся к базе, дабы лишить противника возможности конструировать. Плотный заградительный огонь. Танки тут, кстати, вот это вот помяли край, и теперь летающие машинки, ну, разведчики, не могут просто так здесь стоять и, ну, как сказать, без доступа к... Как бы сказать? Скажем проще. Вот эта вот штуковина в обычной ситуации стреляет в стену, а теперь эти машинки не могут подобраться достаточно близко и при этом оставаться вне радиуса поражения, благодаря вот этим вот ямам. Ну, это случайно получилось, но тем не менее хорошо. Так, ну, гаубиц нам пока не надо. Да что ж ты будешь делать? Не успел подойти, уже творят какую-то дичь. Ну хорошо, посмотрите, они все-таки в генератор стреляют. В генератор можно, его не жалко. Готов к старту. Транспорт в пути. И кстати, выяснилось, что вот когда он над этой штуковиной, он все равно ниже уровня земли. Из-за чего тоже проблематично сражаться вот с такими вот объектами. Захожу на новый курс. Хорошо. Сейчас потихоньку будем прогрызаться. Транспорт в пути. Не-не. Обнаружен внешний периметр цитадели Орлана. Такое сильное вооружение. Отец! Я слышу тебя, сын. Я жду. Плотный заградительный огонь. Захожу на новый курс. Ну, как сказать, плотный. Транспорт держится, и это уже хорошо. Я просто заранее тут стараюсь зачистить территорию. Потому что в прошлый раз отступление не удалось, в том числе из-за того, что были противники на пути. Транспорт в пути. Плотный заградительный огонь. Так, а тут мне уже не нравится. С двумя вертолетками мы, скорее всего, не справимся. Сюда. Так, ну вот откуда-то отсюда они ползут. Резкий такой обрывик. Ну, в принципе, вот здесь разве что. Потому что этот генератор, который я видел, он оказался. Грузовой самолет отвечает. Не закрыт. Сейчас генератор у нас немножко прикроет. Транспорт в пути. Мы не выживем подать. Еще как выживете. Все. Благодаря генератору и второму десантному кораблю. Транспорт. Отбили эту угрозу. Ну, здесь, я надеюсь, они самостоятельно справятся. Захожу на новый курс. Мы не выживем подать. Угроза потери гидрогенератора. В смысле? Да нет, вроде им достается по полной. Транспорт в
атакую зреющего полета. Воу-воу-воу. Захожу на новый курс. Блец, то есть они не просто опускаются, они вообще полностью садятся. Плотный заградительный огонь. А, теперь понятно, по крайней мере, почему в тот раз у меня не получилось. Точнее, он не стрелял. Захожу на новый курс. Ну что ж, значит, не зря я решил осмотреться. Захожу на новый курс. Плотный заградительный огонь. Захожу на новый курс. Хорошо. Продолжаем разведку. Захожу на новый курс. Не показываю, что какие-то враги есть. Да ладно. Максимилиан, ты испортил свою репутацию, заключив союз с бандитами-ремнантами. Ты разочаровал меня. Ты не имеешь права судить меня. Ты лгал мне. Ты отрицал мое происхождение. Самое важное в моей жизни. Как я могу верить тебе, отец? Если ты веришь только самому себе. Стоп. Я делал это ради тебя. Ради блага мира. Неужели ты не понимаешь? Ты предал меня. Мой сын. Это ты предатель, а не я. Ты предал все человечество, погнавшись за своей безумной мечтой о мировом господстве. И потерял свою человечность. Как ты смеешь обвинять меня? Ты всего лишь эксперимент, клон, урод из крови. Упс, уходим. Срочно уходим сюда. Я более человечен, чем ты когда-либо был. Ну что же, увидим. Мы не выживем в атаке. Тяжелый танк в эфире, командир. Я Арлан Хан. И я не проиграю. Проклятие. А это откуда взялось? Боевой робот-киберколосс – венец военных технологий корпораций. Враг – это враг. И я уничтожу его, как всех предыдущих. Готов к старту. Плотный заградительный огонь. Захожу на новый курс. Ух, ребят, все не успокоится. Захожу на новый курс. Хорошо. Раз уж я случайно спровоцировал. Манипулятор готов. Попробуем за Максимилиана прогуляться. Ударный вертолет на связи. Плотный заградительный огонь. Ого. Тяжелый манипулятор на связи. Так, где фраг? Ох, жесть какая. Ну, потопали. Ищем какого-то киберколосса. Я же правильно название запомнил? А вам не надо. В смысле, вам не надо лезть в атаку. Десантный корабль, как она говорит. Кстати, еще заметил такой момент, что противники предпочитают бить по инженерам. Из-за чего я уже несколько раз сумел неплохо так отбиться от них. Ну, в смысле, без потерь. Так, где здесь проход? Здесь нет. Ребят, кто? Я, кстати, помню, что самолетики не чинятся. Ну, пока их не приземлишь. А самолеты десантные вовсе не чинятся даже в случае их посадки. Что, как по мне, глупо. Танк, ты чего ко мне повернулся? Вы мне сейчас понадобитесь, чтобы колосса крушить. Нет, ну кажется, дальше получается. Так, стоп. У меня прохода нет. Вообще красота. Хорошо. Просто постреляем. Ибо, как бы сказать, уже с земли проблематично их потом расстреливать.
Так, где вражеский? Ребята, я здесь. Да. Ой-ой-ой. Ну, ребят, ну, по ровной этой дороге дайте мне пройти. Опа, гаубица заработала. Блин, совсем забыл про их существование. Побежали, побежали. Ё-моё, не стоим на месте. Пытаемся прорваться. Инженер, ты мне мешаешь. Ну как питается? Очень даже успешно это делает. Блин, хотя бы показывай, сколько у меня бойцов с собой осталось. А то я ж просто не знаю. Хотя и вертолеты должны лежать хорошо. Значит, для гаубицы неизвестно. Опс. По имени гаубицы они появятся. Враг пытается нас атаковать. Ай. Надеюсь, что это мои летают вокруг. Хорошо. Так. Я не понял, где мне идти? Я, кажется, здесь все уже облазил. Системы отключены. Мы получили повреждения. Так. На запуск двигателей. Повреждение вы получившее. В смысле? Системы отключены. Мне вот так вот обход идти? Я атакован. Броня и оружие заменены. Курс срочно, так точно. Ну ладно. Опа. А вот тяжелый танк есть. Я не понял, инженер тоже в бой пошел? Ну, молодцы, конечно. Мы получили повреждения. Я атакован. Ремонт завершен. Не-не-не-не-не-не-не. Блин. Манипулятор на связи. Надеюсь, это такое. Против нас никто не устоит. Так точно. Эх, такие потери, такие потери. Которые надо бы возместить хоть как-то. Отвечает фабрика Ротчфога. Внимание, вы в опасности. В походном порядке. В опасности не то слово. Так точно. Это идите, какая подстава, что оказывается нет прямого прохода. Враги атакуют. Вот и куда они поперлись. Порядке. Ну все, считай, остался без инженеров. Следую. Ну, по крайней мере, без двоих. Контакт с противником. Я умер за Хана. Ой, ладно. Снова восхождение. За восхождение приготовить лазерное орудие. Я под огнем. Да ё-моё, вышить. Разорву. Я атакован. В смысле? У него же есть лазерное оружие. Он по пехоте стреляет. Почему он не может атаковать небо вот этого? Техническое обслуживание завершено. Следует. А, сейчас упадет на наших, ну конечно. Ой, киберколосс, привет. Не рад тебя видеть. Вообще не рад. Идем. Ага, у нас только вертолетик. Ладно. Ударный вертолет на связи. Говорится, понадеемся. Атакую врага. Враги атакуют. Да, все, быстро. Расстреливаем как можем. Манипулятор готов. Манипулятор с ним сражается. Контакт с противником. Программа производства тяжелого робота
запущена. Так, кажется, колосс запаниковал. Потому что только что он вполне себе... Ага, начал опять стрелять по моим вертолетикам. Плотный заградительный огонь. Враг пытается нас атаковать. Ничего, держись. Еще немного, и мы сокрушим главного врага. Гидрогенератор под обстрелом. Манипулятор готов. Атакую врага. А я только собирался атаковать базу врага. Просто сразу миссия не завершилась, думал, надо дорушить. Ну, что ж. И если я не ошибаюсь, опять получилось достаточно коротко. Ну, как-то вот странно с этой... С этими миссиями у меня получается. Ну что ж. Ладно, получилось в этот раз лучше, чем до этого. Хоть и коротко. С другой стороны, длинным бы оно получилось только в случае моей тотальной неудачи. Ну что ж, на этом пока что все.